Здесь надо рассчитывать движение лошадей, чтобы при торможении не наехать на них как-то. Ну, есть какие-то особенности. Но с другой стороны, лошади привыкают идти между рельсов, и они уже как бы сами идут по своему пути, даже не надо особо управлять. Была такая, как развлечение, в качестве развлечения. 4,5 километров военным ведомством уложили рельсы и пустили вот эти трамвайчики. Москвичам очень понравилось этот вид транспорта, не только как аттракцион, но и как вид транспорта. Когда мы обратились посмотреть, что же у нас есть из старого, она сказала, что практически ничего нету в хорошем виде. И нам приходилось эти все вагончики искать буквально по задворкам, по каким-то подачам, по каким-то посвалкам. И эти вагоны – результат большого труда, восстановления больших денег, большой исторической работы. Сейчас трамвай как вид транспорта переживает свой ренессанс. То есть в истории московского трамвая были периоды подъема и спада. Вот так периодически, значит, то руководство города обращает внимание на этот вид транспорта, он был перспективный, то вдруг какой-то застой и даже снятие линий. И в данный момент, сейчас мы тоже отталкиваемся от опыта зарубежных стран, трамвай везде во всем мире развивается, это практически наземное метро. Я помню вот машины того типа, и дальше уже с ВАЗовские и прочие, на тех точно ездил. Это 63-64 года. Я когда сам первый раз этот вагон еще в детстве увидел на аналогичной выставке трамваев, у меня тоже был первый вопрос, зачем трамваю нужен руль? Вроде как трамвай едет по рельсам. Это не руль, это штурвал стояночного тормоза. Это пневматический тормоз, это контроллер, с помощью которого осуществляется непосредственно управление. Залезть в кабину, посмотреть, что там есть. Для уборки снега действующая модель снегоуборочной техники, которая может хоть сейчас убирать снег. Во-первых, он двухсторонний, как можно видеть, двери с двух сторон. И у него две кабины, то есть он может работать без разворотных колец. И длиной. Пока это самый длинный трамвай, 34 метра у него длина. Не ожидаем здесь.
Друзья, информация.